Например, бычок, чистильщик Эвелина, обслуживающий рыб вроде этого тигрового группера. Крупные рыбы возвращаются на чистку в одно и то же место и прибегают к помощи одних и тех же чистильщиков. Кроме простого сбора паразитов, бычки-чистильщики старательно очищают чешую группера. Эта тщательная проверка избавляет группера от отмершей кожи, слизи и паразитов и даже ускоряет затягивание ран. Кроме того, чистильщиков редко едят рыбы, которых они обслуживают, что повышает их безопасность.